в любой автомобиль, так же как и в этот, установим потолочный моторизированный монитор. Для того, чтобы качественно установить любой автомобиль-потолочник, нужно подготовить внутри каркас, чтобы крепился не к хлипким элементам, а к стойкам двери. Ну и V-класс Vito нужно переносить климат-контроль для удобства пассажира. Здесь выбрали слева, чтобы он был. А так можно в любое место перенести. Прошло не так уж и много времени. Потолочник на своем месте. Сейчас подключит специалист электропитания, и мы покажем, как он работает. Пришло время рассказать о функциональных возможностях этого моторизованного монитора. Прежде всего, пультик дистанционного управления, с помощью которого выбираем нужные функции Play Market, с которого можно скачать абсолютно любые приложения и загрузить на рабочий стол, как, например, YouTube по заявке владельца этого автомобиля. Шикарная картинка, звук идет штатно в акустическую систему стерео. Также очень часто просят одновременно с YouTube закачивать онлайн телевидение, где все каналы со всего мира к вашим услугам, также в высоком качестве изображения. С помощью пультика же можно менять угол наклона монитора, а можно полностью его закрыть. И с помощью того же пультика можно и открыть. Так что обращайтесь, вам наверняка понравится такое классное современное решение для вашего отличного автомобиля.